الشافعي عم تتسلس لا الدكتور الدكتور الشافعي المعروف الإسلامي عن التعريف بتشمو عربت كمير يرسي دل в том что учитывая интерес нашей страны и на протяжении не одна сотни лет оказалось, что надежный партнер для арабского региона это все-таки это Россия. طيب فلماذا نتعمق في العلاقات ما بين الوطن العربي وروسيا؟ هو أنه على مدى السنين بل والقرون تتبين أن روسيا عبارة عن الشريك المتين والصديق للغاية بالنسبة إلى Египет в свое время проживал очень трудные времена, и никогда и Советский Союз, и Россия не отказались быть серьезными поддержками и партнерами. تعايش السنين الشقة للغاية فروسيا شأنه شأن الاتحاد السوفيتي كانت دائما في تأييده تأييدا كاملا وكاملا. Четыре года тому назад мы праздновали в Египте 50 лет со дня прикрытия мира. Пригласили представителей России, которые признали участие в строительстве Асуанской плотины. فنحن دعينا أبناء روسيا الذين شاركوا في تشييد السد العالي في أسوان. بلي غوبا مالادوجي سامي مراتشي إزنيخ بولشي بسمي دي ستيلي. فكان من بينهم فتيان شبان فأقلهم سنا مع أبناء 80 سنة. Не было удивительно, когда они ходили по улицам, я рассказал друзьям, как они ходили в магазины просто покупать какие-то вещи. И простые народы, кассирщики, отказались от них принять деньги и начали их обнимать. فالناس البياعين يعني ناس الشوارع البسطاء رفضوا أن يقبلوا الفلوس за последний век, начиная с 56-го, 67-го и война 73-го, и до последнего времени Египет не нашла надежного партнера стратегического, кроме России, даже тогда, когда решила выйти на космос и на ядерную энергию. الحقيقة ابتداء من سنة 56 ثم مرورا بسنة 67 ومرورا بسنة 73 وحتى إذا يعني ارتقت مصر إلى غزو الفضاء والأقمار الصناعية والصناعات النووية فما وجدت لها صديقا أكثر أمانة وشريكا أكثر صداقة من روسيا والاتحاد السوفيتي. Один из представителей России, который помогает наладить эту культурные, политические взаимоотношения этого очень нескромного института. فهناك أحد أبناء روسيا وهو يجهد اجتهادا كبيرا في تنظيم هذه العلاقات القائمة بين بلدينا وهو من المشتغلين في هذا المعهد الظريف. приехали поэтому к вам. لذا فنحن أتيناكم.
для того, чтобы с вами попраздновать 200-летнее основание замечательного института. فالحقيقة يعني أتيناكم لنحتفل سوية نحن وإياكم ذكرى مرور 200 سنة على تأسس هذا المعهد المتميز وأيضا الاحتفال تاجي براز دواري ستولية سدنيا رجدينيا جمال عبد الناصر وأيضا من أجل الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. بتشمو أنت دوي سبيت يا بلاي بس بيازني. فما هو سبب كون هذين الحدثين مترابطين فيما بينهما؟ دوما يشتو ونيشنا بنيتك روسيا السوب لنا زبص ليدني بكادي بولشي فيلاس بيا كاك رانشي очень конкретно был вопросом регулирования войны и нападения террористических группировок на нашего региона руками Запада. تماريسها روسيا وخاصة في الحقبة الأخيرة شأنها شأن السياسة السابقة إنها سياسة صائبة فيما يخص بالهجمات التي تشن على وطننا من طرف الجماعات الإرهابية والإجرامية وذلك بالتأييد من قبل الغرب. А почему это связано с Гамалом Абдельнасером? Потому что именно и Гамал Абдельнасер построил хорошие, серьезные отношения с Советским Союзом, постарались противостоять против этот план Запада и Америка нарушить наш регион. في أيامه إنه جهد جهودا كبيرة في سبيل إنشاء العلاقات الطيبة المتينة القريبة مع الاتحاد السوفيتي آنذاك من أجل صد الهجمة الغربية على وطننا بقيادة أمريكا. يعني буду долго рассказать, но хочу представить нашей делегации. С нами приехал Абдельхаким Абдельнасер, сын президента Гамала Абдельнасер, самый младший. الرئيس الراحل الخالد جمال عبد الناصر السيد عبد الحكيم جمال عبد الناصر. также с нами президент ассоциации, который представлял один из важных проектов, который считался и считается самый серьезный проект 20 века. Этот инженер Сабри. Председатель ассоциации строителей Асуанской области. الحقيقة أيضا يشاركنا في الوحدة أحد يعني رئيس مؤسسة هامة لعب دورا كبيرا جدا في تاريخ الصناعية والسياسية والاقتصادية وذلك رابطة بناء السد العالي السيد المهندس صبري. Также с нами президент Египетской социалистической партии господин Ахмед Бахак. Ахмед Бахак. بالإضافة إلى ذلك صاحبنا السيد الرفيق رئيس الحزب الاشتراكي المصري محمد بهر. أحمد بهر محمد. Хотим вначале еще раз поблагодарить вас, поблагодарить нашему большому другу, ученому Виталию Наумкину, поблагодарить институт и выдающие ученые этого института за выполняемую роль в развитии
разумная политика России не только в арабском мире и по всему миру. فبودي أن أعيد الشكر والامتنان لهذا المعهد المتميز ولعلمائها الذين يلعبون دورا بارزا في إقامة العلاقات الطيبة ليس فحسب مع وطننا إنما عالميا وبطبيعة الحال الأخ الأكاديمي الأستاذ فيتالي ناومكن وهو أحد أقطاب الاستشراق الروسي. قبل كل شيء اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا الأعزاء. Позвольте мне прежде всего приветствовать наших дорогих гостей. وأن أعبر عن سعادتي أو فائق سعادتي في الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الرئيس العظيم مصر جمال عبد الناصر. И выразить наше величайшее удовлетворение радость в связи со столетней годовщиной великого сына египетского народа, выдающегося великого президента Гамаля Абдель-Насера. Я думаю, что будет правильно, если я сейчас перейду на русский, поскольку здесь большинство наших людей. هو الحقيقة من الأحسن أن أنتقل إلى اللغة الروسية لأن أغلبية الحضور هم أبناء وطننا روسيا. Действительно, Египет всегда был ключевой страной арабского мира, и я думаю, что таковой и останется. Я не хочу долго говорить, я хочу только вспомнить, может быть, пару эпизодов из моего египетского опыта, который более скромный, чем у некоторых людей более еще старшего поколения. Так получилось, что в 66-67 году я учился в Каирском университете. И так совпало, что в июне 67 года, во время моей жизни в Каире, была шестидневная война. هو في يونيو سنة 67 أثناء إقامتي في القاهرة قد حدث العدوان الإسرائيلي على مصر. Незадолго до этого была неделя российско-советская тогда египетская дружба. Это был единственный случай, когда я имел возможность лицезреть президента Насера и даже немного переводить. يعني وإن قليلا كنت أترجم له. И так тоже получилось, что когда началась израильская агрессия утром 5 июня, я был в Верхнем Египте, где был в группе, работавшей над единственным тогда совместным советско-египетским фильмом. Он назывался «Люди на Ниле», «Аннесу аля Ниль», и где сценаристом был Абдурахман Аш-Шаркауи, а режиссером был Юсуф Шаиф. Я с ними работал. وذلك في إطار مجموعة كانت تشتغل على إخراج الفيلم المصري السوفيتي الوحيد آنذاك
المشترك وعنوانه أناس على النيل. فإن صاحب السيناريو كان عبد الرحمن الشرقاوي, وأما المخرج فيوسف شاهين المعروف. И как раз в этот первый день мы на поезде возвращались в Египет. Я помню это болезненное время, как мы переживали очень за Египет. И особенно у меня запечатлелось в памяти трагическое выступление Насера 10 числа, когда он вот со слезами на глазах обращался к нации. مصر القاهرة بالقطار, وطبعا كنا نعاني من مما قد أصابت مصر من الشدائد, ونتعاطف معها ومع الشعب المصري, وأيضا بصفة خاصة وقعت في ذاكرتي وذلك في 10 يونيو الكلمة المساوية التي قد ألقاها السيد الرئيس عبد الناصر متوجها إلى الأمة المصرية, وهو مستعبر ومعبر عن معاناته المتعاطف مع الشعب. Я, несмотря на свою молодость, глубоко почувствовал величие этого человека, его и скромность одновременно, и его ответственность перед нацией, которая тогда проявилась, его переживание за судьбу своего народа. فإنني بالرغم من شبابي قد استشعرت عميقا عظمة هذا الإنسان الخالد الفريد وتواضعه ومسؤوليته أمام الأمة المصرية, شأنها شأن تعاطفه مع معاناة الشعب المصري. И поскольку я жил в университетском городке, то после его выступления, когда все студенты отправились на Майдан Тахрир требовать, чтобы президент Насер остался, я был среди египетских студентов и помню те лозунги, которые мы кричали. Я тоже кричал, я их запомнил на всю жизнь, но я их не буду повторять. مسكن الطلبة في إطار الجامعة المصرية يعني القاهرية, فإنني مع أصحاب الطلبة المصريين توجهنا جميعا إلى ميدان التحرير مطالبين ببقاء السيد الرئيس كمال عبد الناصر في السلطة. فأتذكر جيدا الشعارات التي كنا نصرخ بها, ويعني أنا أيضا كنت أشارك في تلك النداءات. Ну, потом было много другого жизненного опыта, но в памяти сильнее всего остался вот самый первый, когда я был совсем молодой. فطبعا كانت هناك فيما بعد الحمد لله بعض الخبرات الحياتية الأخرى. إن تلك الخبرة الأولى التي وقعت في أيام شبابي إنها ترسخت في ذاكرتي ترسخا أكثر متانة وقوة. Я позволил себе об этом поговорить, чтобы показать, как глубоко мы связаны с Египтом и с египетским народом. فإنني حقيقة اجترأت على الحديث عن ذلك في سبيل تبيان عمق الترابطات القائمة بيننا وبين الشعب المصري. И чтобы больше не отнимать ваше время, я хотел бы передать слово господину Абдель-Хаким Гамаль Абдель-Наср, которому мы просим сказать несколько слов. في سبيل توفير وقتكم لابد ان انقل الكلمه الى السيد جمال عبد الناصر عبد الحكيم جمال عبد الناصر لان يلقي بعض الكلمات امامكم. الاخوه والاخوات الاعزاء, براتي سيستر دراجي ماي, حقيقي يعني يشرفني ان اتواجد بينكم هنا اليوم. действительно для меня великая честь находиться вместе с вами здесь.
استغل هذه الفرصة لأوجه التحية للأخ العزيز رئيس معهد الاستشراق وكل الزملاء معه هنا في هذا المعهد العظيم. И пользуясь случаем, хочу обратиться со словами благодарности и признательности к великому, замечательному нашему другу и брату, научному руководителю Института Востоковедения и ко всем сотрудникам этого выдающегося научного учреждения. ورفقائه الذين يعني أنا متأكد إن هم رفقاء سلاح مع أهلنا من الشعب من جيش مصر ومن الشعب المصري. Мне бы хотелось также обратиться со словами приветствия, особенно господину председателю Совета ветеранов российских вооруженных сил, который равным образом, как и его товарищи, являются братьями по оружию наших старых египетских бойцов и всего египетского народа. Ну и безусловно замечательно, и это великая честь для меня, что это учреждение научный этот институт был избран в качестве того места, где будет установлен бюст моего родителя. Ну и поскольку бедствия, они выявляют сущность друзей, то, безусловно, все те невзгоды, которые выпали на долю Египта, они показали сущность и наших российских друзей. والذي أرسى معنى جديد ومعنى عظيم الصداقة بين الدول الكبرى وبين الدول التي تطلع إلى تقدم التنمية. Безусловно, эта дружба, эти выдающиеся качества наших российских людей позволили нам занять достойное место среди мировых держав, среди тех стран, которые стремляются к прогрессу. كيف كان بعيدا كل البعد تماما عن معنى الاستغلال والتبعية الذي رأيناها من دول الغرب ودول الاستعمار القديم والحديث. Безусловно, такие отношения не имеют ничего общего с отношениями эксплуатации и зависимости, которые мы испытали в результате взаимодействия со старыми и новыми колониальными державами. كان صديقا حقا وما زال بدي يده في كل معاني التقدم والخير والعلم لشعبنا ولوطننا سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في جميع الدول النامية التي تعاونت معها روسيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي. Нужно сказать, что Советский Союз и Россия впоследствии не жалели сил для того, чтобы способствовать научному, техническому, экономическому, культурному прогрессу нашего народа и прогрессу в других областях нашего египетского народа, прогрессу народов других арабских стран равным образом, как и народов всего развивающегося мира. لا ننسى وقفته الوقفة العظيمة الذي قام بها حين قامت قوى الشر والعدوان تهاجم مصر في سنة 56 في معركة السويس الشهيرة. Мы никогда не забудем ту мужественную поддержку, которую Советский Союз оказал нам в 1956 году, когда наша страна оказалась жертвой агрессии ведущих западных держав.
رفض الشعب المصري الاستسلام وصمم على القتال. ведь тогда египетский народ отказался капитулировать и принял решение оказывать сопротивление. إلى آخر قطرة دم وجد الشعب الروسي ووجد القيادة الروسية والاتحاد السوفيتي هو من وقف معه ولا ننسى هذا الإنذار الشهير الذي أنهى هذا العدو. Вот, египтяне были готовы пролить свою кровь до последней капли, и вот советский народ, российский народ встал плечом к плечу с египетским народом. Мы никогда не забудем того весомого, грозного заявления, с которым выступила всеустройственная агрессия советского руководства. أن كان الاتحاد السوفيتي هو الصديق الذي قدم لنا ما نحتاجه من أسلحة. Вот мы также не забудем того обстоятельства, что именно Советский Союз сумел предоставить нам то вооружение, которое было необходимо нам для самообороны, в то время как западные страны навязали нам эмбарго, отказавшись поставлять необходимое нам вооружение. ولا ننسى دوره العظيم مع الشعب المصري ومع المهندسين المصريين في بناء معجزة القرن العشرين وهو السد العالي. Мы также не забудем взаимодействие Советского Союза, пославшего своих лучших специалистов для того, чтобы работать, взаимодействовать с египетскими инженерами и рабочими во имя создания чуда 20 века высотной Асуанской плотины. И действительно, ряд международных экспертных организаций согласны в том, что строительство этой плотины является величайшим проектом 20-го столетия. ولا ننسى التعاون السوفيتي الروسي معنا في بناء أكبر نهضة صناعية في مصر. Мы также никогда не забудем и ту помощь, которая была оказана Советским Союзом, России фактически, нашей стране в создании одного из крупнейших промышленных предприятий в регионе. ودخول الصناعات الثقيلة في مصر كصناعات الحديد والصلب. والألمنيوم والصناعات الثقيلة الكثيرة والصناعات الحربية كل هذا كان بالتعاون مع روسيا والاتحاد السوفيتي. Ведь именно благодаря этому в Египте начали развиваться такие отрасли тяжелой промышленности, как выплавка стали, алюминия, в других сферах, и все это благодаря братской помощи Советского Союза. وبعد انهيار الجيش المصري ان الاتحاد السوفيتي هو من قدم لنا المعدات اللازمه لاعاده بناء الجيش المصري ليكون جيش حديث قادر على الانتصار وقادر على تحقيق النصر وهذا ما حدث في حرب الاستنزاف وحرب 73. И, конечно же, в нашей памяти навсегда останется братская героическая помощь Советского Союза и нашему народу, павшему жертвой преступного империалистического заговора, исполнителем которого был Израиль. Тогда, увы, египетская армия потерпела поражение, и Советский Союз не пожалел материальных ресурсов во имя поставок в нашу страну нового вооружения,
в оказании помощи в обучении наших военнослужащих, в результате чего наша армия сделалась мощной современной армией и блестяще показала себя во время войны на истощение, а позже во время войны 1973 года. وحينما رفض الشعب المصري وتلك المؤامرة التي حيكت ضد المنطقة عن طريق كالعادة أمريكا وأعوانها بما سمي بالفوضى الخلاقة وإطلاق الإرهاب المتطرف على بلادنا فحين رفض الشعب المصري وقام بثورته العظيمة في 30 يونيو لإنهاء هذه المؤامرة كان روسيا الاتحادية أول من وقف مع هذه الثورة فحين أن الغرب كله ابتدى يعني يصفها اللي وصفها بالانقلاب واللي وصفها بتلك الأمور لكن روسيا الاتحادية وقفت مع إرادة الشعب المصري. Вот и конечно же мы никогда не забудем следующего обстоятельства. Силы Запада плели против нас заговор, используя во имя ради этого религиозный экстремизм и терроризм. Египетский народ отверг этот заговор, совершив великую революцию 3 июня. И если западные державы назвали эту революцию военным переворотом, то Советский Союз, не колеблясь, первым встал на сторону прогрессивного Египта и оказал нам всевозможную помощь. أكبر مفاعل ذري أو مفاعل نووي المصري ودخول مصر ثانية في النادي النووي. Мы видим также, что Россия как настоящий друг бок о бок с Египтом строит крупнейший ядерный реактор на нашей территории и способствует таким образом тому, чтобы Египет присоединился к семейству ядерных держав. والعودة مرة أخرى في تسليح الجيش المصري بالسلاح الروسي. Еще раз хочу вернуться к проблеме вооружения египетской армии российским оружием. الذي يجد فيه الجندي المصري الألفة واثق به أكثر من أي سلاح آخر. Вот, и, безусловно, египетский военнослужащий полагает, что это оружие ему в наибольшей степени подходит и является наиболее эффективным. إن إحنا في مصر بنجد فعلا بنرى فيه الصديق الذي يريد فعلا مد يد الصداقة والعون ليس له أي أغراض أخرى كما تلك التي رأيناها في 40 سنة الماضية. И безусловно дороже всех материальных ценностей, дороже всех технических и военных средств. Дружба и моральная поддержка, которую оказывает нам Россия, в прошлом Советский Союз, протягивая нам руку дружбы и братства. И, безусловно, вот в такой моральной, дружеской помощи за ней не стоят никакие корыстные эгоистические интересы. يعني مش قادر أجد الكلمات التي تصف وتعبر عن شكري وامتناني وتقديري لكم فألف شكر لألف يعني لكل شيء وتحياتي لكم ونراكم إن شاء الله دائما في مصر كده بلدكم التاني تيجوا تستمتعوا بالأخص بهذه الأوقات تيجوا تستمتعوا بالجو الدافئ عندنا. Вот. Ну и мне хотелось бы наконец найти
адекватные слова благодарности, признательности за вашу дружбу, поддержку, за ваш интерес к нашей стране. Хочу по египетскому обычаю сказать 1000 благодарностей вам. Приезжайте к нам в Египет, это истинно ваша вторая родина, для того, чтобы, я надеюсь, полностью насладиться выражениями дружбы и братства со стороны сынов египетского народа. Мои приветствия, стремите мир и благословение Божие. Благодарю вас. Большое спасибо, господин Абдул-Хаким. Шукран джазилан, я Саиди Абдул-Хаким. Мы бы хотели попросить еще 3 человек коротко выступить у нас. Там дальше посмотрим. Биводлина нарджува саласата аль-Ихвана яхтасару фиткалями ва фима баат санара мата салаш. Первый из этих людей, я всех 3 представлю. Первый из этих людей — это чрезвычайный полномочный посол Андрей Бакланов. Ветеран дипломатической службы. И мы с ним вместе когда-то начинали тоже работу в Египте. Он занимает солидную должность в Совете Федерации, в Федеральном собрании. Но несмотря на это, его пребывание в Египте настолько сильно на него повлияло, что он только что написал великолепную книгу о президенте Гамаль Абдул-Насери. مؤخرا تمكن من تأليف كتاب عظيم في الرئيس الخالد عبد الناصر. Я сразу назову двух других спикеров, чтобы они были готовы. Я бы кандидат аль-Ахрами, они сомнения фаурами. Я бы хотел потом попросить выступить уважаемого главу ассоциации ветеранов, который среди нас присутствует. Абиводи анна аржуваль хадита. السيد المحترم الرئيس لرابطة المقاتلين القدماء الحاضر هنا. Потому что, как правильно здесь было сказано, действительно, наше сотрудничество в обеспечении безопасности Египта и защиты Египта, оно совершенно беспримерно. لأنه كما قال الأخ الشافعي وعصام في قوله إن تعاوننا في ما يخص بالأمن والدفاع عن مصر إنه تعاون فريد لا مثيل له. Ну, сейчас это уже не секрет, сказать, что во времена Харб аль-Истинзам тысячи советских военнослужащих приехали в Египет защищать его небо. فإنني لم أكشف بالسر حاليا أنه أثناء الحرب الاستنزاف قد أتى لمصر الآلاف من العساكر والصوفيات الروس في سبيل الدفاع عن سماء مصر الخالدة. А я, поскольку после учебы начинал свой жизненный путь в качестве военного переводчика, а потом преподавал в военном институте иностранных языков, я тоже не открою секрета, если скажу, что в 1968 году мы стали сотнями готовить военных переводчиков ускоренно за 2 года. Сознанием египетского диалекта, чтобы они помогали работать. حياتي العملية المهنية بصفة مترجما عسكريا وثم مدرسا في الجامعة العسكرية فلم أكشف بالسر إذا قلت أنه في سنة 68 جاءنا ندرب العشرات من مئات
بل المئات من المترجمين العسكريين وذلك بالصفة المعجلة وكنا نعلمهم اللهجة المصرية من أجل بعثهم إلى مصر. И, наконец, третий человек, последний, но по очереди, но не по весу, это глубоко уважаемый наш старый друг, советник посольства Египта, доктор Осама, который возглавляет Бюро культуры и который нас порадует сегодня тем, о чем он сам скажет. Я не хочу говорить про его замечательную работу в качестве скульптора, а не только дипломата. بين التسلسل وليس من ناحية الأهمية فالمتكلم الثالث هو الدكتور أسامة وهو صديقنا العليق العزيز وهو يترأس المكتب الثقافي للسفارة المصرية فإنه سيتحدث فيما سيعلن عنه شخصيا وذلك حيث أنسى يتجلى أمامنا بصفته رساما تشكيليا وليس فحسب دبلوماسيا بصفته مستشارا في السفارة. Я сейчас прошу сказать несколько слов посла Андрея Бакланова, который, кстати, принадлежит помимо его дипломатической карьеры, он принадлежит к очень славной военной династии. Его отец герой Советского Союза, знаменитый военный начальник, генерал-полковник Бакланов, поэтому Андрей Глебович совмещает в себе, так сказать, наследие военное и его качество интеллектуала и посла. ينتمي إلى أسرة عسكرية عريقة إذ كان والده يحمل رتبة الجنرال الكولونيل وكان صاحب البطولة السوفيتية يعني كان بطل للاتحاد السوفيتي إذن فالسيد باكلانوف يجمع بين التراث الدبلوماسي والتراث العسكري والثقافي فريقا. Спасибо большое, Виталий Вячеславович. Я бы хотел обратиться к нашим египетским друзьям, господину Абдель-Хакиму Гамаль Абдель-Насару. Шукран джазилян я сейдина мункен бивудья на таваджаха ина альтикаина аль-Масраин вот и дарен джетильхуля и сейд Абдель-Хаким Гамаль Абдель-Насар. Мы приветствуем приезд сюда господина Абдель-Хакима Гамаль Абдель-Насара и думаем, что наши связи с ним будут постоянными. Мы очень в этом заинтересованы и очень рады вас видеть. В нашей стране очень хорошо знают, помнят Гамаль Абдель-Насара, относятся к нему с огромным уважением. И с учетом этого Институт Востоковедения и Группа стратегического видения России «Исламский мир» издали к событию со дня рождения Насара книгу, которую вот я написал о президенте Насаре и его видении. الشعب الروسي والمثقفون الروس يتذكرون الرئيس الحالي جمال عبد الناصر جيدا كما أنهم يعرفون تراثه فبهذا السبب وبالتعاون أو الإشارة والتأييد من قبل مجموعة أبوية الاستراتيجية قد نشر كتابا بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده وهو كتاب تشرفت بتأليفه. Мы бы хотели, чтобы то, что знаем мы, что знает господин Налумкин, я, Агабай Абдель-Насары, передалось дальше и востоковедам, и всем нашим россиянам,
для которых Египет традиционно и сегодня является важнейшим стратегическим партнером и самым близким другом. يوضع وينقل ما نعرفه عن الزعيم الخالد إلى الأجيال القادمة المستشرقين ومثقفين وكافة الناس لأن مصر فعلا أنه كان ولا يزال شريكنا في الشرق الأوسط أكثر أهمية وصداقة ومدارة. Как дипломату, я считаю, мне очень повезло в жизни, так же, как, наверное, Виталий Вячеславович. Я начал свою карьеру именно в Египте, именно во времена Гамаля Абдель-Насера. И еще один, третий фактор очень важный. Начал в качестве помощника знаменитого посла Сергея Александровича Виноградова, которого послали для того, чтобы помочь Египту преодолеть трудности, которые были после Шестидесятой войны. И засучив рукава вместе с египтянами, стремиться к восстановлению экономического потенциала, военного потенциала и усилению политического влияния Египта в мире. فأعتقد أن الأخ الأكاديمي فيتالي ناوبكين أيضا من وناس السعداء وذلك أنني شأنه بدأت إن صح التعبير الترقي الدبلوماسي في أراضي بلادي النيل بصفتي دبلوماسيا بل وأكثر من ذلك كنت مساعدا للدبلوماسي الشهير العظيم سيرجي فينوغرادوف الذي كان قد بعث إلى مصر في سبيل تقديم المعونة للرئيس عبد الناصر وللدولة المصرية والشعب وحكومة وجيش في سبيل ترقية مصر إلى أرفع. Я считаю, что Гамаль Абдель-Насер по своим качествам является образцом для подражания для политиков всех стран, потому что он был очень честным человеком, порядочным человеком и сориентированным полностью на то, чтобы служить своему народу и развитию своей страны. При нем Египет развивался так, как никогда ни до, ни после. فإنني لعلى الاعتقاد بأن شخصية الرئيس الخالد جمال عبد الناصر إنما بصفة النموذج لكافة السياسة في العالم لأنه كان إنسانا شريفا وأمينا وأخلاقيا فإنه كان متفانيا في خدمة وطنه بالإخلاص فكانت مصر في أيامه تطورا سريعا لا مثيل له قبله ولا بعده. Я бы хотел вам, господин Абдель-Хаким, преподнести эту книжку. Надеюсь, что скоро ее удастся перевести, чтобы она была и на арабском языке. هذا الكتاب فإن شاء الله إنه سيترجم وليتمتع به الشعب العربي. Спасибо за приезд. Что теперь несколько слов о военном братстве? Дорогие друзья, господин Абдель-Карим Абдель-Насер. От имени участников советских военнослужащих, участников боевых действий в Египте. Мы сегодня нурахиба бикам ва анухайякум ниябатан ан кафати асакир ас-суфьети мушарикин фи харбият фи аради Маср. Сложная ситуация сложилась в далеком 1969 году. فيجب القول أنه قد تعقدت الأمور في سنة 1967
البعيدة عن حريقة. Когда Израиль захватил Синайский полуостров и стал угрожать вообще безопасности всего государства Израиля. И استولت إسرائيل على السيناء وأخذت تهدد كيان مصر بأسرها. Об этом сейчас говорится мало, но Советский Союз тогда остановил эту агрессию, разорвав дипломатические отношения с Израилем. فحاليا يعني يقول الكلام مع الأسف عن ذلك إنما قد وقف الاتحاد السوفيتي آنذاك ذلك القنوان ممزقا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. В соответствии с договоренностью между двумя странами, руководством двух стран, в Египет поехали советские военные специалисты, советники, начались поставки В 1959 году Египет почувствовал себя сильным государством. И начал войну на истощение против Израиля для того, чтобы решить вопрос с Синайским полуостровом. Начались бомбежки синайских объектов Израиля на Синайском полуострове. فبدأت أو شنت حرب الاستنزاف على إسرائيل فابتدأت آنذاك بدأ القصف المدفعي والجوي للمواقع الإسرائيلية في السيناء. Однако Израиль, используя свою авиацию, удалось нанести значительные потери Египту. Начались удары по промышленным объектам, школам, больницам. Обстановка сложилась очень тяжелая. В конце 69 года. Иннама фа Исраил мустафидатан мин куббати халявия ахазат тасунну лхарат валь кияма лиддарабат على المختلف المشاريع المؤسسات المصرية من أمثال المدارس والمستشفيات والمصانق وغيرها حيث قد ألحقت الأراضي المصرية على المصرية بالخسائر الكبيرة. Встретился с руководством и запросил поставки вооружений и советских специалистов, которые бы работали на этом вооружении. رؤساء الدولة السوفيتية وطلب منهم تقديم المعدات العسكرية الجديدة بل وأيضا الخبراء القادرين على العمل وتسيير بهذه المعدات. была создана 18-я дивизия ПВО особого назначения, которая в начале 70-го года прибыла в Египет. В марте месяце части дивизии встали на боевое дежурство, и уже в августе месяце Израиль, понеся значительные потери своей авиации, запросил перемирие.
النقاط العسكرية المضادة في الجو فألحقت الخسائر الفادحة للقوات الإسرائيلية ففي أغسطس قد طلبت إسرائيل بالهدنة. Перемирие было подписано, в стране сложилась ситуация, которая способствовала подготовке к войне 73 года, к победной войне 73 года. الانتصارية لسنة 1973. Военнослужащие ветераны, направленные в Египет по просьбе Гамаля Абдельнасера, часть этих ветеранов присутствует сегодня здесь. فبعض أولئك المقاتلين القدماء الذين وجهوا إلى مصر برجاء السيد الرئيس جمال عبد الناصر بعضهم يحضرون جلستنا اليوم. Я прошу встать наших ветеранов. Большое спасибо. Большое спасибо. Теперь мы передаем слово доктору. Я приветствую всех вас, разрешите выступить на арабском. أرحب بكم جميعا فاسمحوا لي بأن أتكلم بالعربية. في الحقيقة هذا العام 2018 يشهد العديد من الاحتفالات الكبرى على مختلف المستويات. Нужно сказать, что нынешний год 2018 характерен многими юбилейными торжествами. فنحن هنا في بين أروقة هذا الصرح العلمي العظيم نحتفل ب200 عام على إنشائه. Вот и пребывая под сенью этого великого научного учреждения мы в этом году отмечаем 200-летие его создания. وعلى مستوى السفارتين المصرية في روسيا والروسية في مصر نحتفل بمرور 75 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا. Ну а на уровне наших посольств, египетского посольства в Москве и российского в Египте, мы отмечаем 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. وعلى مستوى المكتب الثقافي المصري للسفارة المصرية بموسكو نحتفل بمرور 60 عاما على إنشائه في موسكو. Вот. Ну а что касается нашего бюро культуры и посольства в Москве, то мы отмечаем его 60-летнюю годовщину. Вот это ваза هذه الاحتفالات مع مرور 100 سنة على ميلاد زعيمنا وزعيم الأمة العربية الزعيم جمال عبد الناصر. Ну и безусловно, важнейшим юбилеем среди всех этих юбилеев является столетняя годовщина рождения великого вождя египетского народа и всей арабской нации Гамаля Абдельнасера. وفي إطار الاحتفالات بذكرى الزعيم جمال عبد الناصر تنظم السفارة المصرية وينظم المكتب الثقافي وتنظم المجتمع الجمعيات أو المنظمات المجتمعية في مصر وتنظم الجاليات العربية في روسيا وتنظم الهيئات العلمية في روسيا وفي مصر العديد من الاحتفالات. Ну и в связи с этой великой годовщиной, столетним юбилеем президента Насера, и посольство, и наше бюро культуры, и многочисленные арабские землячества в России, и научные сообщества в России и в Египте, прочие организации проводят многие торжественные мероприятия. Вот, мы сегодня пребываем на мероприятии, которое проводится
главным образом благодаря тем усилиям, которые были затрачены египетско-российской организацией культуры и наук, которую возглавляет доктор Хусейн Шафи. الحقيقة يعني قليل من الكلمات في اتجاهه يجب أن نقول أنه بفضل مبادرته نحن الآن في هذا المكان وكنا بالأول أمس في سان بيترسبورغ نفتتحه ونقيم должен сказать, коротко говоря, в его честь, в его адрес, что именно благодаря его усилиям мы буквально вчера были в Петербурге, а сегодня пребываем тут. ولكن أنا أحب أن أتحدث أيضا عن عملي حيث أنني يعني سأظل أفخر بقية عمري بأن الأقدار قد منحتني هذا الشرف أن أكون أنا صانع هذه المجموعة من التماثيل. Вот. Ну и безусловно говоря о моих скромных трудах, должен сказать, что на мою долю выпала великая честь сделать ряд культурных портретов. لأنه هناك أيضا تمثال ثالث سوف يوضع في مدينة قازان إن شاء الله في إبريل أو في مايو القادم. Вот. И нужно сказать, что существует еще и третий бюст вот такой, который будет, Бог даст, в марте-апреле установлен в Казани. وأتمنى أن أكون شخصيا قد أديت نوعا من الوفاء لتلك الشخصيات العظيمة التي بفضلها после вас. Вот. Ну и мне радостно, что мне довелось, ну, в какой-то мере выразить свою преданность той великой личности исторической, благодаря التي بفضلها حصلنا على التعليم يعني جيلي والأجيال القادمة من بعد والأجيال التالية لجيلي حصلت على التعليم بفضل جمال عبد الناصر. Вот, благодаря которой и люди моего поколения, и более младшие наши современники получили возможность учиться и получать высшее образование. وصرنا بذلك يعني في الموقع الذي نستطيع فيه أن نقدم لبلادنا ما يساعده ويدفعه إلى تطور الأمام. Вот, благодаря чему мы можем отдать столицу нашей родине, наши долги и всецело помочь ее развитию и процветанию. هذا هو جمال عبد الناصر الذي أدى دوره التاريخي مع مصر في مصر وفي سبيل تطوير مصر وفي سبيل تعليم الأجيال وتوفير التعليم للأجيال حتى تتطور مصر بأبنائها. Вот, и это великая личность, наш президент бессмертный Гамаль Абдельнасер, который не пожалел усилий для распространения образования в нашей стране, обучения, просвещения нашего народа для того, чтобы Египет развивался благодаря своим образованным детям. Так что да здравствует столетний юбилей президента Гамаля Абдельнасера, да здравствует российско-египетская дружба. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые коллеги, мы приветствуем вас от всей души, от наших ветеранов боевого братства, а также от Союза писателей России, который я тоже имею честь представлять сегодня здесь, в этом зале. Большая честь сегодня здесь присутствовать и видеть глаза друзей, глаза людей неравнодушных и желающих, чтобы дружба и сотрудничество между Египтом и Россией крепли. سعادة عظيمة بأن أحضر هنا اليوم وأن أشاهد عيون أصدقائنا الأناس المبالين المهتمين بازدهار وتطور الصداقة بين بلدينا. И прежде всего в своем коротком выступлении перед официальной церемонией награждения мне бы хотелось выразить слова признательности уважаемому сыну
господина Гамали Абдельнасера, господина Абдельхакима Гамали, за то, что он приехал сюда сегодня своим визитом. Также хотелось бы выразить слова благодарности и поддержки большому нашему другу, руководителю фонда взаимодействия культуры и науки Египта и России господину Хусейну Ильшатри и нашему большому другу, руководителю культурного центра при посольстве Арабской Республики Египет в Москве господину Ильшатри. فالحقيقة قبل بداية حفلة تقديم المناقح والجوائز بودي أن أعبر عن امتناننا العميق وشكرنا الصديق في بداية الأمر لنجل الرئيس الخالد جمال عبد الناصر السيد عبد الحاكم جمال عبد الناصر لقيامه بزيارته إلينا وتشريفه لنا بذلك وأيضا لكافة الأصدقاء وفي بداية الأمر للدكتور حسين الشافعي وأيضا لصديقنا العزيز الدكتور أسامة الصبري. Несколько недель назад я и мои коллеги были свидетелями того, что дружба между Россией и Египтом это не пустой звук. زملائي شأني معهم إنما شهدنا بعيوننا بأن الصداقة المصرية الروسية ليست بصدى عبث. Мы приняли участие в ряде совместных международных конференций, во встрече с арабскими студентами, которые блестяще знают русский язык, встречались с ветеранами и посетили одну из крупнейших в мире Каирскую книжную выставку. فإننا كنا قد حضرنا عددا من الندوات العلمية وتقابلنا مع الطلبة المصريين المهتمين باللغة الروسية وحضرنا معرض الكتاب المصري وهو من أهم المعارض الكتب العالمية. Это прекрасное свидетельство того, что Египет и Россия двигаются вместе, крепят дружбу и крепят наше сотрудничество. فإنه خير دليل على قول كل من روسيا ومصر يتقدمان كتفا إلى كتف إلى الأمام ويمكنان من الصداقة القائمة بينهما. Особое уважение мы испытали, общаясь с египетскими ветеранами. وإننا قد استشعرنا بالاحترام العميق الخاص اللي كنا نتقابل مع المقاتلين القدماء المصريين. Это настоящие герои, чья служба, чей ратный подвиг вызывает уважение. فإنهم الأبطال الحقيقيون الذين خدمتهم المقدمة لوطنهم ومآثيرهم العسكرية إنما يبعث الاحترام العميق في نفوسنا. И мы рады, что эта дружба между русскими ветеранами и египетскими ветеранами только крепнет. فإننا لعلى مسرة ازدياد متانة الصداقة بين المقاتلين القدماء الروس وإخوانهم في السلاح المصري. А теперь позвольте мне выполнить небольшое поручение и вручить. Ну вот этот год у нас и 2017-2018 год это очень памятные важные даты. Это и год столетия Октябрьской революции, это и год столетия Советской милиции, и год столетия Красной армии, очень важные для русских ветеранов даты. Да, и, безусловно, это год столетия очень уважаемого в России, выдающегося египетского государственного и военного деятеля, героя Советского Союза Гамаль Абдельнасера. فالحقيقة يجب القول أن السنة المصالمة وهي سنة 17 والسنة الحالية وهي سنة 2018 إنما مليئتان يعني بالذكريات المجيدة وذلك مثلا ذكرى ثورة أكتوبر
لسنة 17 وذكرى إنشاء الشرطة السوفيتية وذكرى إنشاء الجيش الأحمر وبطبيعة الحال السنة الحالية إنها سنة المئوية لميلاد الرئيس الخالد العظيم جمال عبد الناصر وبهذا السبب فعلينا أن أقوم بتكلفة معينة أو بواجب معين. Поэтому позвольте мне в знак уважения выполнить поручение и вручить памятную медаль от имени помощника министра внутренних дел генерал-полковника Шилова нашему уважаемому другу и гостю господину Абдулхакиму Гамалю. رئيس الداخلية الروسية الجنرال الكومنين شيروف يقدم لصديقنا العزيز عبد الناصر ميدالية تذكارية. Также выполнить поручение и вручить благодарность Государственной Думы Российской Федерации за активное участие в организации совместных международных культурных и творческих проектов, а также всемирную деятельность по укреплению связи между нашими ветеранами, уважаемому господину Хусейну Шабан Аль-Шафи. بسبب إسهامه المتميز في تطوير العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين. Выполнить очень добрую почетную миссию и вручить памятную медаль одной из самых высочайших памятную медаль Союза писателей России имени Пушкина с девизом «За верность слову и делу» нашему большому другу господину Усами Эль-Сюре. И также вручить ему благодарность Государственной Думы Российской Федерации за активное участие в организации совместных международных культурных и творческих проектов, а также укрепление ветеранских связей между ветеранами России. Спасибо за внимание. Хотим поблагодарить этому великолепному институту. فبودنا أن نعبر عن امتناننا لهذه المؤسسة العلمية المتميزة. За ее огромный вклад в развитие отношений с нашим миром. اللي إسهامها العظيم في تطوير العلاقات مع الوطن العربي. А в этом развитии Виталий Наумкин играет ключевую роль. Я думаю, что все согласны со мной. Поэтому от имени нашей делегации и с удовольствием награждаем его медаль Гамала Абдельнасер 100-летию Гамала Абдельнасер. المقرصة للذكرى المئوية للرئيس جمال عبد الناصر. И также награждаем от ассоциации строителей Асуанского Блатина этот проект, который символ нашей дружбы, эту скромную награду. وأيضا نقدم منحة متواضعة وذلك نيابة عن رادة بنات السد العالي. رئيس طبقة
Хочу отметить, что на лацкане пиджака Гамаля Абдельнасера здесь изображена медаль, золотая медаль Героя Советского Союза, он был достоин этого звания. Ну, надеюсь, что вам понравится. Это великолепная работа, мы гордимся тем, что этот бюст будет у нас в институте. Кстати, я в Мельчест раньше, в 13 году, подарил бюст Хусейн. У нас теперь будет это египетский зал, а не зал ученых советов. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, спасибо. Спасибо.